речку Топсуй на север, которая впадает в северную Сочу. На Таймене? Таймень там, да? Таймень есть. Блёсен набрали. Бензика взяли. Запас. Северный. На улице 10 градусов. Вроде бы тепло. Дальше видно будет, что. На двух машинах 108 километров, да? Да. От Егорска. Там в Мансе живут. Короче, с Иваном проехали 100 метров только по бурановскому следу. Короче, Вован весь мокрый до трусов. Я маленечко тоже поднапрёкся. Вован! Думал, меня оставил. Короче, снегу выше пояса. Сделали с Иваном выводы. Что такая собака даром не нужна? Делай прям. Собака под снегом идет. Собака специальная, подснежная. Собака крот. Какая собака крот? Собака крот. Короче, мы 100 метров проехали. Нас уже манси пешком догоняет на лыжах. Вон. Это мы идем по следу по Бурановскому. Короче, она упирается рогами в снег и не идет. Че скажешь? Чего нахуй не взял? Сейчас ты буксир возьмёшь. Короче, он сейчас нас на буксир будет брать, похоже. Не, ну реально, что это? Под снег крот, не собака, а крот. По следу по Бурановскому роет. Блин, комментируйте, уебался с этой мотособакой. С мотокротом. Короче, честно, вот если было бы ружье, пристрелили бы этого крота сейчас уже еще метров 200 назад. А вот Манси идет на лыжах, валится 5 сантиметров. Ну, 7 она. А мы по снегу полтора метра, мы по дну бороздим. Мы по колее едем по Бурановской. Проваливаемся. Вован спотел весь, я тоже. В пухляк идет, не идет нихуя. Сам тащил, да? Ну. Метр он нас везет, метр мы его тащим. Как на самокате, одной ногой в санке стоим, одной сталкиваемся. Вот после нас какая колея получается. Да, места здесь тихие. Крот, блядь. Места здесь тихие, если, короче, сядешь. Ну-ка, никто тебя не спасет. Поцарапал нос? Подозрям пауки. Сейчас бревно мне как дало по виску. Чуть не вырубил. Ладно, Вован вовремя подоспел. Там что, бревно сантиметров 8, наверное, да, такое в диаметре? В диаметре, да, да. Как Христо. Такой звук был, да, глухой. Как по бочке, бум. Ну, глухой, но резкий.
Шапка даже... Откачивал минут 5, Руслан. Сознание приводил, нахуй. Что, мы проехали 200 метров, часа 2-3 уже, наверное. Собаки только в шортах ездить. Горку маленько не вытянули, буксует. Короче, надо веревку с собой 6 километров. На собаке пустую выезжать, а потом нарты вытягивать. Вот уже в первые нарты оба пересели. Вот первый километр проехали. Думаешь, километр? Что, думаешь, не проехали километр? Я знаю, не знаю, вряд ли. Ну нахуй, сука, ебёшься. Вот мантия уже в целое, в снег идут. Короче, хорошо, что моя Мира с собой не взяли, он бы её пристрелил давно уже. Сзади идут манти. Один тащит нарту, в ней сидит у него жена, нахуй. Они у нас догоняют. Пешком причем. Один на лыжах уже обогнал. Так что. Вот, ребята, когда покупаете собаку, считайте, где плюсы, где минусы. Качайте руки, ноги. Да. И дыхалку. И не пейте воду перед поездкой. То потеть придется много. У нас все уже с похмелья. Да. Мочеку возьмем. Да не, мы опять потеем. Наоборот, чай горячий пьют, чтобы не потеть. Не-не, не надо. Я сырой весь насквозь. Я аж чувствую, у меня там это. Цыплята нахуй пулькаются. Яички уже вылупились, нахуй. А че мы зачем едем-то туда? Не, собака, заебись. Это не собака, это крот. Не дает уставать. Не дает отдыхать. Всегда в работе, всегда в движении. Килограмм по 10 скинем туда. Пиздец. Приедем нахуй, Коля, ты нас хуй узнаешь нахуй. Будем соревноваться на турнике висеть. Че, когда обратно, заебись, может, природа. Обратно поедем? Заебись, природа. А солнце, солнце выглянуло, смотри. Пару это, рейсов туда-сюда сделаем, натопчем дорогу. Потом заебись пойдет. Ладно, будем дальше прорываться. Надеюсь, к вечеру доедем. До одного. Первый он сказал, тут рядом, говорит, с дороги видно. Нихуя себе с дороги видно. Там переночуем и обратно. Ну, там вместе со зверями останемся. Потом, Коля, если что, выезжайте со нами. Уклёпы, возьмем эту собаку. Мы тебе координаты скинем. Стал что-то. А чем откручивать-то? Вован пока ехал сюда, руки накачал, блять. Оторвал веревку, дернул. Ладно, хоть маховик не выдернул. Откручивать-то у меня на 8, по-моему, нету ключа. Ну тут целях, но буран вообще да, спокойно окей. Идет, и в целях, и всяко. Я вот еще в санях сидел там. Если к собаке сажусь в сани, она даже по следу не идет. Так, нормально, все, речка тут осталась 10 метров до речки. Не слушайте его. Короче, ружья нет. Зверей нет, никого нету. Эту собаку пристрелить нет. Тут даже воробьи и те вымерли. Короче, что это? Не знаю, как называется собака. Но в лес точно такую брать не надо. Чисто так в пользу таскать кого-то там. Маленькие санки. Ебучие рога, нахуй. Будем разбирать, делать. Брани накатали. Вот эта собака опять зарылась.
Опять. Слышь, ты в снегу, смотри, вот я стою по пояс ровно. Вот карман торчит. Это и то я не до конца провалился еще. Да, собака, блядь. Собака, друг, человек. Такой собаки, блядь. Ружья нету, ее пристрелили, блядь. Уже пристрелили бы еще на первых 100 метрах. Мамик, это там где-то все. Ничего, успокоились, посидели, настрой появился, чаю попили. Как-то даже это, да? Уже не обидно так стало. Даже усталость прошла так. И день такой вроде нормальный, да, сегодня кажется? Собаку вытащили. Короче, выживание в лесу, остались мы вдвоем. Два манси пропало куда-то. Будем ждать еще полчаса, наверное. И поедем искать их, наверное. Один на лыжах ушел, один на буране уехал. Ты только не делай, не трогайся, а то я упаду. Кувырк сами не проехал, как по термосу. Ребята застряли там, подъем очень такой. Целяк идут. Целяк идут вчетвером на буране, еще в целяк. Двое в санях сидят, двое на буране. На буране два кабанчика, манси сидят, а в санях просто два манси. Еще потихоньку идут. Ну, так-то он идет хорошо в целяк. Подъем очень крутой там. Все и то в него поднялись аккуратненько. Сейчас. Все, Руслан, ты же раз еще спрыгивай толкать. Сейчас мы поедем. Вот, подъем там нормальный. Сейчас тоже трогаемся, они подъем пройдут. У тебя там у Петра. Не попался в Петру. Ебал задний лапу, перебил. Бог взял, я подбегаю. Что думаю, чем, блядь, взять? Беру палку. По башке он как заорал, ой, испугался. Папа, бей его, он орёт, блядь. Здорово, Руслан. Здорово. Расскажи что-нибудь. Здорово, историю какую-нибудь. У тебя история интересная. Здорово, заебал. О, все уже, нахуй. Зарубил манчу. Здорово, заебали, сейчас пойду лопатой, нахуй. Это сейчас. Все, Виталь. Что? Пиздец ему, да? Он уехал. Поехали. А что, он до избы доехал? До избы доехал? Не знаю, если избу не найдешь, значит, далеко уехал. А тут у меня их, я по силке не хожу, а по узкому. Да тебе, конечно, нихуя себе круто. А что там, там что, профиль или что? Виталя, там что, профиль или что? Есть? Да. А как он поехал? А это у меня расширенная там дорога. А-а-а. Раньше. Во всеми ебаными. Хуй бы они не дули, еще лет 300 нахуй. В общем, едем на последнем дыхании, сил уже нету. А еще обратно с мясом, прикинь. Собака роется. Я еще Олежа ездил бы нормально, нахуй. А то едет, блядь, криво, боком всяко, нахуй. Так-то вроде идет по лесу, ничего, да, только это, вот, повороты вот эти. Беспонтовые. Солнце уже садится, мы заехали, еще темно было, да, в лес? Да, сейчас уже световой день почти весь в лесу с этой вот собачкой на одном баке ездим. Не заправляли же еще. Уже бы, блядь, полмира объездил. Ребята, никогда не берите собак. Только если по поселку ездить, по дорогам. Сейчас толкали, короче, вот эту собаку оттуда снизу вверх. Это вообще, я даже вспотел. С меня бежит просто. Уже с 8 утра ее толкаем. Не знаю, сколько сейчас время. Дотолкали до какой-то ДСБ. Флаг. Похоже, здесь будем ночевать. Блять, надо это отъезжать. Ах, они объедут там по той. Там бревно. Да? Ладно, сейчас будем отъезжать. Еще на такой собаке можно в трусах кататься, шорты спокойно.
это мощь. Сразу поднялся. Короче, все, ребята все обессилели. Собаку нахуй выбросили мы. Собаку закопали. Короче, Колян все. Колян только нормальный пацан остался. Он еще все стоит на ногах. Да. Это при том, что на лыжах сегодня в целях, блядь. В целях сегодня 20 километров. Нихуя такие живобые, а парни-то слабенькие. Самый слабенький я, хули. Сказать, нихуя он на лыжне, нахуй, считай, я самого посылку нахуярю там. Еще здесь, нахуй, буран толкает. Нас только три раза, нахуй, как стоячих обходил. Ван сказал, сил больше нету. У меня тоже больше нету сил. Не знаю, как мы сейчас пойдем. Нам сейчас как мы домой сейчас поедем, нахуй. Мы пойдем. Нам еще, если мы ехали вот сюда, до этой точки, сегодня с 8 утра до 7 вечера. Ну не с 8 утра хоть, мы в 8-то ёшки были. А здесь мы приехали в 9 часу без 29, по-моему, да? Ну в 9 даже выехали, время, 7 час, 7. Мы на газотрассе стояли, было 8.50. Но. Без 10.9. Да. Плюс ну, тут считай, еще. Тут сейчас 7 часов. Газотрассы выстояли в этом, да? Да, на обочине? Ну да, сбоку. Видно, следы были. Это, плюс тут еще минут 40, ну пускай в 10 часов мы поехали. Ну сейчас время почти 7 уже. А вот сейчас нам обратно выезжать на... Это пиздец. Только без всего. Без ног, без рук. Ага. Собака. А что эту Таню-то взяли? Не взяли. Без народу так мало. Надо бы больше собрать еще. Что, Жека, скажешь? Все равно лучше, чем на работе. Ну, все равно лучше, чем на работе, да, Вован? Да. На работе же так не кайфанешь.